Либо на центре на балконе, либо на мульти. Мало кодов, блядь. Надо больше кодов. Могу повезу воткнуть. Не-не-не. Не надо. Ну потом, типа. А если они с этой стороны пойдут? Ну, пока их не вижу, они на мульти. Подождите, у нас ведь 4 пайкера. Как так случилось, что кодов не хватает? Колышка всего. Еще один должен быть. Это Белик, у тебя что ли колышка нет? Че, ставлю повезу? Откуда они пойдут? Не, пока не ставь, пока точно они не ставь. Центр и балкон, к балкону. Просто дефимся, ребят, просто дефимся, ждите. На арбалетах ждите. На позиции выйти и кроссфайр ставьте и стреляйте по возможности. Главное потом, когда я скажу пуш, забудьте вообще забить хуй на арбалет и деритесь. Тут спереди. Попал. У них, по-моему, челик без щита есть. Лучник наверху. Лучник наверху стоит, аккуратно. Не ходите все наверх, ребята. Хорошо. Пока стойте просто. Можете раться по центру, ребят. Сметитесь на центр к нашему, хорошо. По центру деремся, по центру убиваем. На центре убиваем, ребят. Пех проходит по центру. Сзади вас пех еще, ребят, аккуратно. Больше же, хорошо. Огромный урон. Надо на лучника. Может кто-нибудь щитом пройти на лучника? Иду. Он наверху. Вот кто это может, заряжайте арбалет, ребят. Лучник раненый. Ребят, побольше пожить. Подержи его, сейчас заряжусь. Рося, ты сбил он? Иду, сейчас, погоди, поживи. Поживи, поживи. Да, ну волшебно, волшебно. Александр Колчак. Блять, Белик, купи колья нахуй. Вперед пошли. Прям сейчас вперед. Сразу заходим за угол, направо. Прям сейчас. Это надо быстро сделать. У них замена, кстати. Направо пошли. Минус лук плюс кава. Остановились здесь. Сейчас, плюс пек, плюс пек. Давайте, все. Одного хватит. Выходим вперед, чтобы кава не так удобно проезжал. Сразу с арбами стоит. Их тут нет, что ли? Они отдали? Может быть, это не кава, а пех, я ошибся. Они ждали, пока у них лестница. Не торопитесь. За углом. Можете застроиться, нет. Можете тут застроиться. И заодно стрелять. У них есть пайкер. Кто рубает эти? Метатели есть, ранен. Метатели арп. О, тьфу, блядь, метатели болт, сорян. В пике тоже болт. Хорошо. Они поверху идут, нет? Лестницу поднимают. Смотрите, если они все пушат вверх, то отдайте им его, слышите? Спрыгните с этого верху, не тащите его. Вы там просто урона получите. Хорошо. Пехи, слезьте сверху, если вас прям давят. Дайте инфу, что там происходит. Все, отлично, отлично. Давайте вверх. Со всех сторон стреляйте, это ж явно кросс. Это ж явно кросс, им пиздец, если они сейчас полезут. Раскройтесь. Коридору попал. Или кто это? Растягивайте их, не торопитесь стрелять. Есть выстрел. Хорош. Пока стреляйте, пока есть возможность стрелять, стреляйте просто. Найс. Готовьтесь принимать бой. Принимайте, ребят, деритесь, ребят. Найс, поаккуратней, у вас большой плюс. Поаккуратней. Хорошо. Больше жить там, пока. Найс. Лучник есть у них? Опять занят. Еще раз. Ебать, какая четкая хуйня! Два метателя будет. Да. Ебать, как мне это нравится, пиздец. Нет, два метателя будет. Хорошо. Сейчас полет из-за стороны. Не надо. Так добьют. Опять на доски пошли. Блядь, на хуй не пишет. Блядь, перезайти за... Не, нормально, налево пошли. Давайте сразу спереди застроим. Три метателя сразу... будет. Да. Три метателя? Вообще похуй. Пошли. Побыстрее, ребят. Они здесь? Да. Они здесь? Да, здесь. Застраивайте, ребят, застраивайте и сразу стреляйте. Готовь, не пропускайте их. Метатели сверху. Очень много метателей сверху. Те, кто бежит... Блять, хорошо, есть дома. Хорошо, молодцы, просто молодцы. Вы можете их принимать, ребят. Которые прошли здесь, принимайте их. Даже пушить надо. Кто с щитом? Пропусти метателя, постарайся. У них метатели, блядь, без ближнего броня. Просто поаккуратнее. Найс, отлично. Ебать, ни хуйню делает. Все отлично. Аккуратнее просто. Попал. Кто там остался? Ебать, гайц, Александр Колчак просто... Ну чё, давайте сладко спорим. Отбивали, не говорил. Давайте аналогично, короче, играем. Это ты говорил, а? Вообще похуй, как они... Чё они будут ставить, сейчас играем так же. Посморим просто, типа, чё они могут поставить. Жаль, на открытый так не побегать, блин.
Ну что, они долго там будут? По-моему, у них дикая дизмораль. Может, мне кажется, но они что-то вообще в ахуе. Я не понимаю, что происходит. Да, я бы на их месте... Ну, не прикинь, типа... На их бы месте мне не нравилось. Ты типа запрещаешь оружие, против тебя берут арбалеты, тупо эффективнее в 4 раза. Да-да-да. Забанил ружье, чувак. Все, пошли. Сюда. Так, меня выкинуло. Блять, мне нам надо все-таки сделать плюс щитовика. Розя, можешь выйти, а Захар зайти? Захар, у тебя же щитовик, да, с арбом? Да. Все, хорошо. Охота вообще приятная. Ой, блин, я конечно. Перезаряжать не могу, баг. Да, какой кайф вообще, пиздец. Как же они разносятся, это вахуя. Я починил тебе перезаряжать. А, ладно. Отдыхай. Да, без разницы. Но бери топор какой-нибудь. Или булаву. Кинжал. Но метатель — это хорошее, кстати, решение. В целом хорошее решение. Ну, похуй, как вы видите. Не знаю, они типа там двое пеха пошли вперед, одного раньше. Да, да, да. Вот они в пехе хуйню створили. Они могли бы сверху нас типа разметать относительно спокойно. Могли бы. Но мы бы, скорее всего, ушли за угол и просто выходами бы их дрочили. Потому что тяжелый арбалет, он пробивает вот этот мелкий щит. У них у некоторых метателей... Хуёвый щит, типа, он пробивается. И учтите это, кстати, ребят, когда будете стрелять. Блин, полнувар же будет, надо 20-ку набить минимум. Чё, они готовы, нет? Бля. Вот от этого сета предыдущего я прям нахуй кайфанул. Особенно в раунде, где они пошли спрыгать с этой хуйни на нас. Пиздец, сколько мы там, двоих или троих, блядь, убили, нахуй, арбалетами тут. Я, правда, в парашют случайно там попал. Я там тоже своего кого-то попал, который стрелял. Ну, это, блядь, такое уже, хуйня. Сын, тихо, подстанься. У них, ладно. Ну, у них только метатели просто, они будут от этого играть, типа, ну, окей. Это, скажем так, хорошее решение, это правильное решение. Пошлите опять направо. Короче, смотрите, если они прям будут давить оттуда же, просто те, кто без щитов, уходите, старайтесь за угол. Все, кто с арбами, старайтесь именно по метателям метать. Они открываются, когда метают, и по еблу им отхватить нихуя не стоит. Вы явно будете... Они тут. Сразу готовьтесь стрелять по метателям. Сразу вот займите позиции, готовьтесь. Вот у них свой арб есть. В нем был. Вот, отлично. Красный пятый ранен. Ничего не застраивайте, главное, пока. Просто метатель вот, ранен. Просто Кончил. Просто стрелять. Покуратить у них там слева еще метатель. Я вижу, Белик, там аккуратно слева. Я Белику говорю. Итак, он может снизу метнуть. Белик, метай в тебя. Есть метатель болт есть. Вот который на жердочке метатель, ребят, можете попробовать в него это. Аккуратно. У нас плюс 2, ребят, не торопитесь. Не торопимся, просто расстреливайте. На жердочке метателя можно подъебать. Он метает прям по КД. Парашют их сгоняет. Пехи, проходите чуть дальше и старайтесь расстреливать. Проходите чуть ближе к ним. Проходите чуть ближе. Блять, у нас парашют бич. Найс, отлично. Вот это я не ожидал. Пока просто кросим. Блять, на лестнице чел еще, аккуратно. Не забьет. Блять, те, кто бичтов, поаккуратней. Жабочка. Ребят, надо драться, я думаю. Давайте на флагах драться. Просто поаккуратней, у вас плюс большой. На пику прохожу. Вам идет сзади, оттуда, откуда вышли, ребята, аккуратно. Какой кайф, я в ахуе вообще, пиздец. Ласт. У них еще замена, или даже две. Нет, одна замена пока. Ощущение бутылку не справится. Так, флаг был как бы условно у них, поэтому сейчас занимаем гробы, нам это удобно очень. Пошли гробы занимаем и сразу застраиваем там флаг. Кто у нас АФК? Кто АФК? Захар? Я, все нормально. Проходите вперед.
Ты зачем, демо, ты ёбнутый, это правила такие, так правильно. Это правильно. Не-не-не, выходи прямо сюда, не надо прямо сюда, давай как-то вот так вот. И к нам вроде пойдут что. Все хорошо. Там ауху кинули. Я застрою сейчас. Ну, типа, он типа как... Ему условно за это платят бабки, понял? Но мы не будем. Лучше так не делать, Билли. То есть, короче, это его обязанность. Ебать. Я вообще не вижу их. Где они, ребят? Варки вроде. Есть хилка у кого? Варки все. Нет, хилки я думаю ни у кого нет. Ну, тогда время. Да, не варки стоят. Ну, отлично, все, чилите, ребят. Просто не разбегайте, я вас прошу. Давайте без этого, без хуйни. Хорошо. Просто займите позиции и ждите. У них много метателей. Вас наказать очень легко. И в минусе нам будет больно. Ждем, пока они займут флаг. Отдаем его просто. Ждите, они скажите. Пока ждут, не выходит. Ждем так же, просто ждем так же. К нам идут. Готовьтесь принимать. У них есть челик без щита. Вы можете пострелять. Он отбивать болты может. Все равно. Есть. Найс. Это метатель был. Просто стоим, расстреливаем. Они явно под кроссом. Время есть. Сейчас готовьтесь уходить назад. Готовьтесь уходить назад через нашу арку. Пошли назад все вместе. Не прыгайте, а уходить назад. Давайте, ребят. К ним вперед не выходите. Просто выйдите на центр и поставьте кросс. Растянитесь. Они вас пушат? Нет, отлично. Правее выходим. Да, мы сзади с арки будет пех. Левый метатель в арке. Готовьтесь всех закружить. Пех сзади, Дэма. Займи его. Пехи не торопитесь пока. Дэма, убьем его быстренько. Блядь, тут метатель. Пехи, вам надо драться. Пошли. Ребята, давайте, беремся. У вас огромный плюс. Ждите, сейчас еще придут люди. Сори. Аккуратней. Живите. Ой, блядь. Чё Дэма, где ты был? Тихо. 2-3. Ну, ребят, не надо вдвоем втроем убивать одного чела. Но они вас пушат. У нас там был огромный плюс, я хотел перезарядить арбалеты. Направо. Ну нахуя их перезаряжать, чувак, если нас пушат, пиздец. Ну, блять, у нас было плюс 4, что? Это похуй. Блять, это похуй. Все, тихо. Все, играем дальше. Пожалуйста, думайте головой, не заигрывайтесь. Все, занимайтесь здесь, отлично. Можно застроиться, даже нужен. Нужно застроить. Застройте левый проход все сразу. И все. Немножко не тот, но да ладно. С балкона спрыгнули, готовьтесь, ребят. Уже можно стрелять. Но меня сверху сгоняют. Метатель лоу. Не держите для них верх, не держите. Типа, пусть проходит, если надо. Пусть проходит, нам попает. Кто это? Блять, там. Они вас пушат, принимайте, деритесь, забейте хуй на арбалеты, деритесь, у вас есть плюс. Аккуратно просто деритесь. Равенство. Хорошо, есть шанс еще. От флага играйте, от флага. Минусы пиздец, конечно, ребят. Налево пошли. Флаг был справа. Можно сразу выстрелить, можно. Ну уже все, поздно. Вы должны видеть, что поздно. Майка ранена. Думайте, ребята. Нам пех бежит один. Еще раз, ребят, верх им отдаете. Верх всегда им отдаете. Не держите его. Лестницу поднял. Он соло, что ли, тут? Да. Нас тут слишком много, ребята, Уйдите налево. Вы понимаете, что наших сейчас там пропушат, они инфу не дадут, и все, как обычно, блядь, будет. Кто там наверху? Ты лучше по эту лестницу скинул. Я скину. Да нахуя, блядь, нас сверху челик может скидывать ее, Захар? А зачем тебе так далеко уходить? Это за дым. Ну, кинул дымовуху, челик. Ладно, так же ждем. Они выходят на флаг? Нет. Ждем. К нам выходят. К нам идут трое. Стреляем, как обычно.
Через арку назад выходим. Пожалуйста, я понял, лестницу. Думайте. Пуш, забивайте все хуй на арбы, ребята. Все забивайте сразу, мгновенный хуй. Правее выходите все. Все правее выходите. Не один-два человека, а все. Все правее. Где все, они... И растягиваемся здесь. Вот по этой стороне растягиваемся. По вот этой. Давайте. Справа метатель. Справа метатель. Угу. После... Найс. Аккуратно будет метать челик справа. Еще растягивайтесь. Растягивайтесь, растягивайтесь. И назад сдавайте, назад сдавайте. Не давайте принимать пуш. До конца стреляйте, насколько это возможно. Ждите, просто так не стреляйте. Слева один пех, вы можете его принимать аккуратно. Надо драться. По левой стороне деремся, ребят. Деремся по левой стороне. У нас есть плюс. Просто аккуратно. Спайка лоу. Найс. Аккуратней, аккуратней. У вас большой плюс. Спайки нет. Хорошо. Найс. Налево опять идем. Опять гробы. У них плюс один. Что-то хочет. Их девять. Нет, все понятно, он смотрит просто за ним. Также застраиваем. Чекайте, как они идут. Один только в арке, один только в арке. Остальные? Остальные направо пошли. А, нет, все, в арке пошли все. Можете разрядиться в них и обратно. У них пайка бичта идет. Все, ребят, налево, они уже проходят. Они проходят полем аккуратно. Сдерживайте их. Челик, который отбивает стрелы, не со 100% шансом их отбивает. Так что вы можете... Да, вот, отлично. В нем есть пулька. Найс. Туда его. Интересно, это тот, нет? Это... Да, это тот, что был голый. Ну, не голый, а без щита. Так, понятно. Все сейчас через арку выходим и на наш респ. Быстро наш респ, ребята. Быстро. Ждем наших, они вас пушат. Быстрее, наши, все на наш респ. Не заряжайтесь, нахуй. Быстрее. К балкону не подходите, они спрыгнут, ребят. Ребят, они спрыгнут. Не подходите к балкону, вы слышите? Стреляем отсюда. Отсюда стреляем. Чуть назад, налево, за стену налево. Стреляйте, пока можете. У них пайка без щита. Вы можете нанести еще урон. Не торопитесь. Пайка без щита. Ей можно въебать. Она слева в углу стоит. Ее прикрывает какой-то челик. Хорошо. Готовьтесь, вас могут пушить. На флаге никого нет. Никто вроде не обходит. Не торопимся. Метателей наверху нету. Готовьтесь пушить, ребята, их здесь маловато. Давайте, пошли пушить. Забили все про арбы. Пушим. Потом достанете, может быть, будет ситуация. Давайте, вперед. Вперед, пошли. Аккуратно. Блять, ну больше блока, ребят. Хорошо, найс. Очень лоу хп, челики у них. Очень лоу хп. Поживите, еще можно. Найс. Больше жить. Живи, Ваня. Помогу с метателем. Бью верхним. Верхним бью, блядь. Одноручники верхние вообще не бейте, нахуй. Делай задержку за парк. Блядь, не, хуйня. Можно еще. Сорян за него. Молодцы. Что, обычные классы берем? Сейчас посмотрим, какая у них мапа будет. Если они возьмут закрытую, то... Ну да, прошлый раунд так-то мог проиграться. Ну, бля, вы очень как-то расслабились. Вы прям видно, что вы там таком относительном расслабончике. Особенно пайкеры прям не блочите. Меня три металки выпало. Типа не заблочить три металки. Я просто так смотрел, там один на один челик стоит, там пропускает. Очень хотите сейчас урон нанести, посвапаться там. Надо поменьше такого, ребят, все-таки. Ну, у вас стат не так много. Вы как бы больше арбы. Только я не понял, почему они в начале раунда одного своего убили. Да в него болт попал, блядь. И у него, по-моему, там начал пинг подниматься до 700, блядь. Он его прирезал там, нахуй. Что он сделал? Да. То, что болт пропустил, блядь, сразу. Могли так отправить, как заправку.
Ну, они... не знаю, Рози, как по мне, охуительно. Мне просто ну, да, да. Если еще научиться этой хуйней играть, не как мы сейчас калечно, блядь, когда... То, блядь, а мы думали, надо перезарядить, блядь, втроём. Ну, блядь, знаешь, раунд, короче, я смотрю, там деретесь на центре, и давай, блядь, в арке перезаряжаюсь. Вот, типа, если без этой хуйни еще играть, то будет вообще просто такая сказка, на. Ну, сейчас, короче, они пикнут открытую, мы их разъебем кавы. Пикнут закрытую, и, блядь, мы их разъебем армой. Вообще пухую. Мне в кайф, блядь. Мне не в кайф, только когда пиздец происходит. Я всех простил. Мы выиграли сет, я всех прощаю. Если они... Нет, то есть это Опезл, я им верю. Это он в Дэд написал. А чё Опезл написал? Сэнди Буш. Нормально. Я, походу, сломали, пикнув их карту. Ну, к слову, они нашли не самое ужасное решение. Типа, взять метателей, это был лучший, типа, вот, из всего, что можно было взять. То есть, лучники, все что угодно было бы хуже. Метатели — это лучшее. Типа, у них щиты, они относительно защищены и могут въебать реально. И даже в этом, и даже в таком случае, типа, вся на нихуя. Арбы перестреливают, типа. Их слишком дохуя. Конечно, и... какие-то. Ну, хотя, если бы они, знаешь, взяли 8 метателей, типа, то, наверное, нам пизды бы дали. И когда там этот ассасин, блядь, влетел с кувырка нахуй на балкон, блядь, я чувствую, у нас паника началась. Что-то там такая инфа какой-то, а ассасин с таким полусмехом, блядь, типа. И все, и пиздец настал все. Выпали в Валентии дядька, блядь. Фу, Хонор. Бля, пизда-то. Я думаю, на Форт Хоноре даже круче будет арбами играть, если честно. Давайте так же оставим. Я вообще не хочу ни Кау, ничего, блядь. Не заебись вот так играть. Кто у нас в зрителях сидел? Не играл. У нас сидел Рози. Вот. Ну, я думаю... Блядь, а где же Данвуд, кстати? Чё, я могу, короче, ну, пойти, если кто-то хочет. Да не надо, блядь. Ну, ДНДшник гений, блядь. А, ну, вот все. Давай, короче, Захар, ты еще один сет посидишь. Потом опять выйдешь. А Рози, заходи. Замени меня на последнем. Ты имеешь в виду выпустить тебя или, блядь, или что ты имеешь в виду? Сейчас он хочет, походу, отыграть, а потом... Сейчас выпустить. Блядь. А, ну... пораньше уйти. В принципе, логично. Ну, да, тебе логично, а типа какого... Ну, понятно, что другой человек такие же мысли, типа... А Зимир тут сидит, так... Да, типа, как будто у другого человека другие мысли, типа. Я-то остаюсь. В любом случае. Ну, если Рози не против, типа, почему нет? Да выходи. Давай тогда так, окей. Давай так и сделаем. Можно плюшки обмакать, интересно, или это очень сложно все равно? Да не стреляйте, пожалуйста. Мастхов. Блять, я не попал, что ли, тебя? Бля, парашют на самом деле это гениальная хуйня. Типа взять одного молота и вот дохуя вот этих билов, это пиздец вообще. На самом деле душили пиздец копейщики у них. Ну да, у них есть там парочку. Ну, блядь, мы этих копейщиков тоже душили, блядь, типа, понимаешь. Я не могу сказать, что они прям охуенно себя в замесе чувствуют. Ну, меня просто срезали в 90% случаев в первом практически всегда. Если я стартую во втором ряде, тогда еще нормально. Ну, от флага очень многое зависит, если они... Хотя, в принципе, против нас обороняться даже, возможно, хуже, потому что мы просто расстреляем. Ты про лесенку еще вот эту не забывай. Здесь она есть. На многих лицушных ее нет. В нативе. С этого респа будет чуть посложнее, но давайте справа попробуем сразу пробежать через кишку. Возможно, получится. Это будет дерзко, рискованно, но... Орел просто. Че, майовна опять нет? Это опездал, не слушай его. Похуй. Сори.
Это сейчас опездывал, извинился. Назад, 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 все за стенку, все за стенку, нахуй, урон не получайте, урон не получайте. Пушит вас, готовьтесь, надо Коля поставить, Коля перед ними поставить, прямо сейчас. Все, отошли. Можно стрелять. Друг другу не мешайте. Окей, ждем флаг. Метать. Прям ебашите. Где метать? Да не там, впереди, когда были. Они к нам идут в арку. С другой слева. Да, мать, тебе лучше так. Через лево пошли все, через лево. Через... Не, через... не через арку. Сейчас подождите, может человек зарядится. Расходитесь. Ждите, они могут с центра пушить. Они, скорее всего, будут пушить с центра, но вы должны думать. По правой стороне пушьте. По правой стороне пушьте, ребят. Хорошо. Вы не выходите за угол особо. Ну ладно, все, вперед. Сейчас уже пушит. Сейчас уже до конца. Сейчас уже до конца. Все, кто с щитами, старайтесь выходить на стрелков. Старайтесь выходить. Хорошо, у нас. Бать, в ноль просто. Охуеть. Просто пиздец. Охота, охота. Тихо, не убивай, не убивай, давайте все выстрелим, перезарядитесь, не стреляйте пока. Захар, ну Захар, блядь. Захар. Готовы? Алло! Значит, три, значит, раз, два. Все просто, расстрел. Приказ отдал и все. 66. Пошли так же попробуем. Вот это хумилейшн. Пошли так через кишку пробуем. Блядь. Никак через текстуру туда не посмотреть, да? Пусть эту стенку можно. Вперед. Сейчас, погодите тогда, не торопитесь. Не торопитесь, ребят. Че, есть, нет? На таверну. Все, тогда пошли быстро. Нет, близко, близко здесь они. Бежим. Да-да-да, они здесь. Ребят, ну через кишку скорее, ну ёпта, ну быстрее реагируйте. Ну я ж вижу, давайте. Мы дальше просто были. Все-все, сразу заходим к флагу заходим сюда. А, все, слава богу, они не пушат. Все нормально, может туда здесь поставить. Фух ты, ёпта, блядь. Эти маневры, блядь, ебаные нахуй. Сука, сыкотно. Траншейна позиционная началась. Прикиньте, вот и в той команде были бы столько же арбалетчиков. Правильно, а что если одного оставить на мосту? А, все. Вы очень, ребят, далеко расходитесь. Давайте к мосту все. К мосту все идите. Пиздец, как же вы далеко расходитесь. Не знаю, как будто бы я с 8К играю, блядь. Эти пожалуйста, пушат. Ну, как-то это. Аккуратней. Мы не пушим, ребят, точно. Расходитесь. Расходитесь. Дэм, останься на позиции. Не выходи оттуда. Не выходи. Если они нас будут пушить, ты им стрельнешь куда. Просто стоим, расстреливаем, ребят. Ничего не делаем, кроме расстрела. Они так поднимут. Нихуя не подниму. Байкера можно. Пока пусть. Здесь он один все равно. Да нет, нет. Он а, у него не один уже. А. Они растянулись так. Готовьтесь пушить флаг, ребята. Давайте все подходим к флагу. Нет, нет, ждите, ребята, ждите. Ждите. Нашим ближе. Ну ближе, ребята. Ближе все. Пушим флаг. Флаг именно. Флаг именно, иначе поднимем. Давайте, пошли пушить. Найс. Блять, метатель. Хорошо, хорошо, ребят, деритесь, деритесь. Занял метателей. Хорошо. Найс, отлично, Белик. Вот, найс, найс, ближе к флагу, ребят, смещайтесь. К флагу смещайтесь, флагу деритесь. Отлично, отлично просто. Молодцы. Хорошо. 5 раундов, как по учебнику. Ну тут, блять... Арбалеты не особо зарешали, тут больше зарешало просто... Александр то, Колчак зарешал тут. Че, опять замена? Пошли направо, да. Сколько у РМ есть только два союзника, арбалеты и... Колья. Так, давайте сейчас, короче, выходим через арку, ребят, через лево. Скорее всего, они нас будут крыть. Смотрите сейчас. Есть на мосту они, нет? Да, выходит, ребят, ребят, назад, назад сейчас за арку заходите. Стрельнули и сразу за арку. Сразу, сразу назад. Назад, назад, назад. Плечо. Стоим, чилим. Стрелять можно. Где они, справа? Ну нет, нет, они перед нами, вот прям за этой хуйней. Просто флаг ждем. А мы это справа за этой хуйней? Типа. Бежал потом. Да, они там, не иди.
Дэма, без щита не стоит, тем более ты с металкой. Тебе сейчас надо меньше. У меня фул щита, он для отрегенил щита. А у него что, не вкачанный металки, что ли? Не знаю. Мне не снесло почти ничего, типа, на 1.16. Да, на пух ты, да. Блять, хуёво, ждите, ребята, ждите. Как они. Смотрите через стену, блять, что они делают. Уходят, через лево пошли, через лево. Да-да. Не торопитесь. На мост сначала. Вообще ноль дерзости. Нам выгодно, чтобы они этот флаг заняли, ребята. Давайте Коля мид застроим еще. Я завтра только тогда зайду. Просто расходитесь и стреляйте. Стреляйте по флагу. Просто разойдитесь как можно шире. Стреляйте. У них метатели будут, аккуратно. Блять, ну не выходи ты так, мне же говорю, нахуй. Там слева замес какой-то. Какой нахуй замес? Захар говорит, я сзади обойду. Догоним, ну? Ну, ребята, выходите. Еще раз. А можно было инфу дать, нет? О чем? Там один Захар был. Ну, а он мог дать инфу? Он сказал. Значит, я не слышал. Их луч не появился, да? Ну, хули делать? Выходим, пушим, блядь. Ребята, ничего не сделать здесь уже. Давайте через центр пошли пушить. У нас есть шанс. Пошли, только побыстрее. Опять человек. Хорошо, отличный шанс. Просто поаккуратнее играйте. Найс, равенство. Понятно. Бывает, блядь. Ну, вообще похуй мне на это. Пойму, вообще насрать, блядь. Ребят, на пропасть. Поаккуратнее, пожалуйста. Не, налево давайте. Налево. Мы флаг поребали, да? Что-то я не понял. Да, по флагу поребали. Люди без щитов. Не идите первыми, нахуй. Я не знаю, как нам это... Он меня из угла типа ёбнул, я его не видел вообще. Я думал, он стоит типа... Не надо было выходить. На тарелку идут. Понятно, что не надо было выходить. Стреляйте, ёпта. Они уже здесь. Чёрного, походу, не вкачивает. Загоняйте их обратно. У них лучник появился, не давайте ему выходить. Он прямо вот за углом стоит. Ребят, проходите к мосту, особенно те, кто с щитами. Проходите к мосту, прям вот, ну, прям вот, чтобы нахуй, прям туда стрелять. Они согнались с таверны? Нет, они тут стоят. Ну, стреляю, буду считать. Блять, по лучнику и так далее. В луке, в голове у лука, блядь, болт, нахуй. Просто в голову прям въебал. Теперь согнались. Все, стоим здесь. Здесь все идем к таверне идем. Нормально сейчас будет пострелять. Я ебаный рот. Дэм, ну я же тебе говорю, уйди оттуда нахуй, гений, блядь. Я был уверен, что к тебе кто-то идет, блядь, просто. Альш Писера ранен. Думать надо, Дэм. Какой раунд, блядь? Спрыгнул со второй. Ты там соло был, кстати, заметь. Я уже понял. Ну расстреливаем, че. Сейчас главное не перетянуть, как в тот раз, ребят. Лука поставили, наверное. Нихуя себе, у них где-то... А, у них лучник наверху, ребята, лучник наверху. Вы можете я попробовать сказал. Его. Блять, тогда заходим, пушим по левой стороне, по левой, и сразу заходим им за спину, ребята. Побыстрее вы это должны сделать, побыстрее, без хуйни. За спину постреляйте. Гоняйте внутрь, гоняйте. Внутрь, вы должны от лучника уйти. Давайте, вы можете еще, давайте. Вас хватает. Ладно, я заебался с одним раундом игры, честно говоря. Похуй нет такой. Это вообще пиздец. Ну если бы там не было, было бы охренен, просто сори. Я прав вообще. Да что было бы охренен, там соло стоит. Все, короче, замолчи, пожалуйста. Okay. Я прав вообще. Есть, нет? Можно посмотреть. Вроде не вижу. Мы дальше ушли. Кто там на арке остался? Это верно. Дэма, да? Дайте это угадаю, верно. Нахуй. Дэма, вот где ты? Ты можешь успокоиться, пожалуйста, нет? Ну, блядь. Ну, успокойся. Спасибо. Это верно. Лучник с ним уже. Хорошо заставить. Сзади ставить поле или надо? Нет. Я кишку буду чекать, если кто-то здесь пойдет, скажу. Угу. На мост идут. Больше двигайтесь, пехи.
Чем, блядь, меньше вы двигаетесь, тем больше нас то, что он въебнет. Попал, просто. Хорошо. Один пошел. Один, да, один к кишке идет. Один только к кишке идет. Я один ухожу с кишки. Ебать. Один пехотинец к кишке прям идет здесь. Мне хватит. Я вижу, вижу его. Я же выстрелю. Найс. Минус. А, ребят, больше, больше внимания на Коле. Те, кто стоит у Коли, ради бога, ну не берите в арбалет. Найс. Надо драться, они проходят. Деритесь, ребят, на Коле. Давайте, пошли драться. Они разумеются. Ебал, блядь. Аккуратнее, аккуратнее, еще можно играть. Ух, стреляют. На сель же лук точилики. Найс. Щит, щит. Все, отлично. Убили. Идем к вам, ребята. Живите, больше живите. Жить. Больше жить. Живи. 3 в 3, 3 в 3. Я не считаю. Лучник стрельба. Жверин. Бьем его просто. Да, блядь, Захар, зачем ты бьешь верхним? Расскажи мне эту, блядь, историю, я в шоке. Зачем ты бьешь верхним? Сори, я случайно. Роди, заходи, Сильванир до кэпа, я пойду отдохну. Спасибо всем за матч, пацаны. Не тильтуйте, это я просто пойду отдохну. Не тильтуйте. Так, а чё это? А кто еще игрока заменил? Ну кто, я не знаю. Сплики, своп, своп, своп. Пойдемте, сплики. А у нас как бы Варальд уходит, получается. А не Захар у нас вроде как лучше собрался ходить, не? Да. У нас минус 2 игрока получается, мне нужен еще один. А Розя, это игра? Сейчас скажу. Не, Розя зайдет, но нужен будет все равно еще один. У нас двое ливнуло. Тихо. Ну, блядь, попросим 7 на 7, блядь, а что делать? Ну, что за приколы? Ну, я не знаю, ну типа, блядь, ну вот... Ошибся в двух раундах, будто я пошел реально умер вперед. Нахуй знаю. Без негатива. Напишите ему, что у нас типа минус один получается. Ему, ну, в смысле, Варли, то пусть возвращается, что за рофы. Или Захару, я хуй знает. Да не, Варвальд, наверное, не подойдет, 7 на 7 отыграем, я думаю, они согласятся. Классы поменять, пока не поздно. Да зачем? Да не, не надо. Готовы. Резать будет. Сейчас тогда сразу на мост идем и направо на таверну. Посмотрим, где они. Нас пытаться пушить сейчас. Скорее всего, сразу же. Пойдемте на мост. Но они не справа вроде, справа их нету. Направо пойдемте. Да, они варки. Пока тут стоим, просто около, наверное. Ну, можно пострелять. Потому как. Демо или... То у нас... Нет, демо лучше не надо. Я хотел сказать, чтобы ты пошел туда, наверх. Но если... я не знаю, если на тебя пайкер пойдет, то скажи обязательно. Или ты здесь будешь с нами? Я пойду наверх. Ага, давай. Только ты это... Аккуратно. То там может быть уже я кто-то с... есть. Я с древком. Угу. Они ушли? Похоже. Нет, они здесь. Нет, никого сверху. Можем выйти на мид немного, на мид.
занять. Не вижу. Все, у нас кросс здесь есть. Дальше проходите, здесь кросс поставим. Флаг? Ага, флаг у нас, все. Ждем. Ждем пока. Не уходите оттуда. У нас ворец идут? Не-не-не, они в проволоке стоят в арке. Они, видимо, разделены. Я только троих видел в арке. Ну, чуть поближе подойти. Если подойдут нас ворец, мы можем сюда подойти. Можешь слезть? А, нет, не слезай, да, мы не слезай. Не слезай пока. Ждем. Просто тянем время. Если они выйдут пушить, то примем их, а демо, я думаю, лучше на флаг пойти, чем-нибудь такое. Не. По времени можем, если что, победить просто. Лучше все на флаг. А они пока просто стоят, ничего не делают. А когда бы, если будет 40 секунд, можно... Да-да-да, если будет где-то секунд 30, то... Если они до 30 секунд не запушат, но они вот выходят сейчас потихоньку. Выходят. Аккуратно. Ждем, просто ждем. 5 секунд. Лучше с тебя до трех. Мы далеко не можем. 50. Может, на флаге пойдем? 40 секунд, можешь идти. Не-не-не, мы стоим здесь, кто-то один только, если. Давай я пойду. 40 секунд. Сзади пех. Сзади пех. Аккуратно. Попал, получишь, не понял. На флаге есть у нас кто-то, нет? Я пошел. А, я на флаге. Все. Не отходите, а то они чувствуют, что нас мало становится. 30 секунд, мы еще ждем. Так они пушите вперед, умоляю. Мы не пушим, не пушим. Да, они нас пушат, они хотят пушить. Просто эску жмем, да, пока что. Ага, найс. Все, здесь можем принимать. На меня 15 два... секунд пожить, 15 Нет. секунд. Со спины, найс. Со спины два пеха. Убил лучше. Найс. Лучше на флаг пех идет. Я пойду на флаг. Живите там. Найс. Да. А кто там встал? По флагу победили. Налево пойдемте. Тактическая. Карки или именно через нос? Налево, в руку дальнюю самую. Тактически вывели нас. Хороший план, мне понравилось. Они, похоже, здесь, я справа их не видел, чтобы они бежали. Да, они сюда же. Здесь пока что ждем. Попал? Ебать, nice. Два болта. Ой-ой-ой, блядь, чуть-чуть не успел. Красный пейт, два болта. Убить. Давай я, Дэма и Светофор Колумб, это Рози. Рози, пойдем с нами на мост. Ну, не на мост даже, а можем просто кишку пройти втроем. Ставим. Разделимся. Говорите, если вас будет пушить сразу. Да, только скажите кто-нибудь. Там парашют скажешь, если что, если вас, на вас пойдут что-то, мы разделимся. Не сильно уйдем, мы на таверне будем. Потому что не надо на таверне? Ну, так мы, здесь, не вот на таверне, а вот здесь, да. Здесь вот один. Аккуратно. А вы слишком близко к нему, лучше отойдите. Надо так, флаг у нас, все, уходим через мост. Да, выйдите на флаг. Коля, если успеете, поставьте. Прямо через кишку или тут? Не-не-не-не, все через мид, ну, да. Через главные ворота. Про кишку забейте. Иди сюда, Герард. Герард, поставь. Ну, Коля, ставим. Они по мосту, похоже. А, не по мосту, да, по брауку. А. Через камни идут. Металл, те, кто у нас без щитов, нам бы вообще... Давайте с металлки не ловить. Идёт сзади первый, здесь? Аморальный. Вот на камне. Всё, можем... Я и Рози. Коля, надо дефать. Ладно. Кто там на меня? Один пех к нам. Ага, нет, всё отмена. Да. Всё, можем здесь принимать уже? Обратно. Найс. Живиков. Зажать пех. Аккуратно. Найс. Хорошо. Последние трое. Малыш, выйдет пех, что мы... Сейчас могу. Клам. Обратно, без пех. Вот это Найс. Красивые раунды. Я сдох, блин. Там на гробах тяжело нам вообще. Направо, пойдем сразу, прям направо. Сейчас, скорее всего, флаг на миде будет, мы на таверне встанем. Так же опять демо, тогда пойдешь один туда. Они там же слева в арке. Нам бы по-хорошему... Вообще, с демо пусть пойдет еще...
Розе, и Розе там спустится у тебя демо. Угу. И так будет еще лучше даже, потому что у нас кросс будет, плюс-минус. Розе, только сейчас будет пушить, понимаете, сразу. А, у тебя пех там аккуратно, если еще демо, только он не поднимается. Ага. Пропусти вперед. К тебе идут демо, к тебе идут. Уходите, уходите, кто там наверху, уходите, там к вам все идут, к вам все идут. Красный метатель ранен. Вы уйдете? Да, да, у нас все окей. Ага. Все. Может, мы тут останемся, типа, вот не сверху? Не, лучше уйдите, да, да, лучше бежим, уйдите. Бежим, бежим, все, уйдите, уйдите. Там они прям все. Бежим. У вас все. Прикройте нас, там лучше. Да нормально, я повес поставил, мы убежали. Угу. Найс. Все, флаг у нас отлично. На флаг пойдите, на флаг, на флаг, на флаг. Сверхлучник. Не, не, не. Стар сидит. Бля, можно было застрелить. Тут один голый сзади прям, в арке в этой. Можем его по-быстрому убить. Нас одного часа делят. Не-не-не, не боись. Ну, сейчас надо принимать файл, надо файл принимать. Принимайте. Мы разделены. Забейте на заднего. Блин. Все, момент один. Бля, тут я ошибся, я думаю, да я тоже уйти. Не сделал. Надо, а ты видишь, ошибки, было... ошибки есть ошибки, ничего надо страшного. Ну да, да. Пойдемте тогда налево, на мустопец. На таверну. А кто восьмым? Ну все. Вауд пришел. Вон в зрителях. Марки. Демо тогда лучше не иди туда пока. Хотя они вроде не идут. В целом. Мулимся, чтоб флаг был. А, походу дальше проходит. Это что, это осечка или это прикол? Нет, они специально бегают. Там ассасин бегал тут что. Герард это Роза, да? Или парашют? Парашют. На камни метатель. У нас нет никого. И лучник тоже на камне. Где? Где он? Камень. Лучник, лучник на камне, на камне. На камне. На камне, который в кишка вот это, что ли? Да-да-да-да-да-да. Мы очень далеко, если... Мы, ну, а вы где-где-где вы вообще? Да. Иди, стойте, ждем, кто у нас мы отстал. Мы идем на таверну. Пока ждем. У нас вообще кто-то отстал очень на сильно. А кто у нас пошел один в кишку? Эй. Эй. Пошли к нам на мост, кто в кишке один? Надо там флаги на таверну уже поняли, слуг слева, по-моему. Нам через кишку надо будет идти всем вместе. Ну давай. Да, мы не успеем, наверное. Не успеем? Не успеем, 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 успеем. Ну, быстрее, 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 быстрее. Просто идем, 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 идем. Не успеем. Успели. Наверное, без арбов. Успеем, успеем, успеем. Без арбов, без арбов. Все, можете принимать уже сразу. Пошел на метателя. Занял. Есть. Добить вот этого, добить. Ты, найс. Играй. Попал по тому. Найс. Иду, последние. Двое. Я на лука иду. На флаге кто-то стоит. Я. Занял лука, занял лука. Да-да-да, занял. Он стреляет, стреляет, стреляет. Сзади. Найс. Все, ГГ. Спасибо всем, кто зашел. Хорошо, ты. Как там, ошибочка была? Ну как ошибочка? Пожестче, чем ошибка. Ну вот, ладно. Блин, на арбах интересно, но на этой карте сложно на гробах именно играть. Надо, мне кажется, как-то пытаться разделяться, но вот... Не так сильно, как у нас получилось во втором раунде. Просто нужно чувствовать грань, где нужно использовать, а где про них нужно забыть. Да-да-да, тоже. Вот мы первый раз на гробах, когда были, немножко из-за этого пососали. Второй раз уже более-менее нормально. Вовремя забили хуй на них, и все. Да. Так, ладно, я ушел. Смотрите. Давай, спасибо, Рози. Ага, тут пока... Ой, Рози, да, Белик, извини. Батя, я чё понял, я опять, блядь, половину ПВшки с замученной микрофон сидел, я забыл. Ты ещё когда сказал, что кто-то ушёл в кишку, кто это? Я говорю, кто-то, у кого нет микро, блядь, при этом...